Сейчас я тебе ложечку. И перечное банановое мороженое. Улыбаемся широко. Детям одно удовольствие. Самый большой смайл из зефира на планете. Эдвин. Ну ладно, две штучки. Эдвин. Всем привет, с вами Оля. Всем привет, с вами Эдвин. И с вами Ваня. И за кадром еще Эдгар, папа. Всем. Опа! Всем привет, с вами Милана. Мы на канале «Семья Бабусаря». И сегодня мы будем делать мажитель. Мороженое, мажитель. Да. И вы на канале «Семья Бабусаря». С вами Эдвин. Кто? И Милана. И папа еще тут. У нас есть такие мороженки. А вообще-то папа за кадром. Да. Папа он за же кадром. Здесь не сидит. Да. И сегодня мы будем делать мороженое из такого-то мажителя. Он очень вкусный. Переверни и покажи. Ну. Мажитель у нас называется пина колада. Да. Это есть такой существует напиток в барном меню. Так что барном. Да. Батя когда-то был барменом. Я пока достаю палочки. Давай, доставай палочки, будем заливать, делаем. Пахнет очень вкусно кокосом. Да. Советую понюхать. Кокосовый напиток такой. Пока это все. И выпить тоже советуешь? Да. Он понюхает тоже. На, понюхай. Можем попробовать? Ну, попробую. Он всегда любит. Не хочешь? Ну, давайте тогда наливать. Давай, нальем и попробуем сделать из этого мороженое. Так, еще. Еще? Еще? Вот так вот. Давай дальше. Я думаю, что прикольно будет мороженое. Такие кокосовые. Сейчас братик сделает, а ты потом все зальешь. Дай чуть-чуть вкусно. Вот сбоку заливай это тогда. А я ставить? Да, можешь ставить. Слишком полно только не заливай, ладно? Я вот до этих краев. Так, теперь что? Эдвин, ты так. Так, с той стороны. Подожди, Милан. Сейчас давай зальем мелочки, и ты закроешь. Он заливает, я закрываю. Давай. Ой. О! Так. Думаю, что получится просто супер. Да. Совсем супер. Не то, что сейчас супер. Подожди. Тут цвет еще такой молочный. Да, как у маленьких. Тут еще много осталось. Тут на эту мажительку акция шла. Они вообще стоят там 90 рублей, что ли. А так она 47 рублей. О, как вот, мы несколько разных вкусов купили. Вот, и будем делать мороженое, так как на улице. Точнее, два вкуса больше. Лето! Лето! Надо будет потом еще какие-нибудь купить. Вот. И теперь это дело мы взволокаем в морозилку. Чуть-чуть краски. И попозже да, покажем. Покажем, что получилось. И чуть-чуть краски. Ладно. Так что всем пока и ждите другого видео. Да. Вернее, смотрим дальше. Ой, да, вернее, смотрим дальше. Пока. И готово у нас получается мороженое из сока пина колада. Да. Вот, и сегодня мы будем сейчас открывать их. Сейчас у нас на улице жара. Да. И решили покушать мороженое. Вспомнили, что мы заморозили. Да, это я вспомнила. Да, да, для этого нужно закинуть в теплую водичку, да, опускай туда. Ой, уже высовывается. Не-не, это там мы так заморозили с тобой. Так, держи, и ты тоже возьми. Держи себе мороженое. Доставай будет кто? Да, мы будем. Аккуратненько сейчас этот разморозится чуть-чуть. Уже розовый. Розовая краска. Красится. Да? Что-то реально розовая краска. О, вода точнее. Да. Нет, это вы просто эту штучку туда суете, вода цвет переливается от розового. Пробуй сейчас достать. Ну, нравится.
года. О, Эдвин. Супер. Дайте мне тоже. Покажи, Эдвин. Покажите. Походу вкусный мороженое. Пинаколада, да. Можно попробовать? Конечно, можно. Нужно попробовать. О, советую попробовать. Хочешь? Офигенно? Очень офигенно. Прям Манка. У нас просто лед был, а здесь прям вкус. Не надо ходить мороженое покупать, да? И деньги не надо тратить. О, блин. Реально офигенно просто, да? Как лед просто. А когда так делаешь, они губы как будто бы заморожены. Вот реально, вот из всего то, что мы пока делали, это самое суперское, да? Лидирует. Тут смотрите, вот эту пинаколаду, скидка была, там акция, они 80 рублей стоят, а мы что-то по 40 рублей купили. Получается, покупаете упаковку одну, и вот вам, пожалуйста, еще там осталось у нас, да? И кушаете. А отдельно есть такое мороженое покупать с таким вкусом? Это пока не размораживайте, это пусть останется. Или он какой-то другой оставил. Это одно и то же все, у нас все пинаколада. Так у нас два вкуса было, что? Нет, у нас один тот же вкус. Мы же один засыпали. Заливали. Я помню. Ну-ка, сейчас открой, подожди. Я вроде помню, у нас два вкуса было. Попробуй. Да, типа. Попробуй. Тоже пинаколада. Сейчас. Не капайте вот сюда, аккуратно. Нет, это другой вкус. Другой? Это кокосовый, а здесь другой. Ну-ка. Тутти-фрутти. Ну, мы что-то там делали мультифрукт и пинаколаду, да? Да. А, мультифрукт и пинаколаду, они очень похожи. Ну что? Клевое, я думаю, получилось, да? Очень вкусное мороженое советую вам сделать. Вы реально почувствуете вкус пинаколада. Когда на улице жара, то это вас спасет. Да. Так что всем пока, с вами был Эдвин и Милан.